Всем доброе утро, мои дорогие. Вот скажите честно, вот для вас кофе утром без сладкого, это возможно? Это норма? Моя невестка так хочет, чтобы ее заловушка похудела, что всегда несет кофе без сахара и без сладкого. Я уже замучилась говорить ей, что хорошего человека должно быть много, много, понимаешь? Ты тоже поправляйся. Поняла. Не могу. Научи, как поправиться. Кушать аппетитно. Вот как я кушаю, так же кушай. Ну, я же ем. Ты мало ешь. Недостаточно этого. Да. Как дюймовочка питаешься. Еще скажут, что вот, обделяют невестку. Угу, да, ты вместо меня все съедаешь. Да, ну а что по мне не видно? Так и могут люди подумать. Ну, подумать много чего могут. Но это же не так. Вот как тебе? А вот это что такое? Вот это вот маленькие мензурки. Не можешь сварить вот так вот чан этого, сказать, вот заловка, выпила свое кофе, добавить туда немного сахара, выпила кофе, все, давай, иди домой. Угу. Что? Кофе я тебе делаю в маленьких, чтобы по чуть-чуть тепленький кофе пить, а не холодный. Два глотка теплого. Сладкий потом... делай, ты про теплый не думай. Ну нет, сладким надо немножко ограниченно.